строил социализм, а Леонид Голубков – капитализм. Ну да, я, сыграв Леонида Голубкова, стал символом такого простого русского народа. Вот, мужик из Подсохи, вот, все как бы видят во мне соседа, там, родственника. Вот, ну, ненаигранный персонаж. Вот, даже я помню, один кинематографист подошел ко мне на кинорынке в Измайлово и говорит, мол, вот меня, я, говорит, мы всей семьей смотрим вашу рекламу, мол, говорит, меня зовут Андрей, говорит, простите, вы актер? Я говорю, да, он такое ощущение, что, говорит, это мужик с улицы, хотя, как профессионал, я понимаю, что мужик так не сыграет. Когда на него наведут камеру, он либо зажмется, что ни рукой, ни ногой не пошевелит, либо от страха наиграет бог знает что. У актеров тоже есть штампы. И где-то они себя выдадут, там, в пластике, в произношении диалога, еще там где-то. Ну, то есть легкий наигрыш, говорит, все равно будет. А тут вот мужик, ни к чему не придерешься. Вот...